И сегодня, ребятки, у нас будет интересный поход на открытие магазина в Импекспорт. Это магазин спортивных товаров, одежды и обуви. И сегодня здесь очень интересное мероприятие. Будет поиск подарков, показ одежды настоящими моделями. Модели? Модели, я модель. А еще здесь будет турнир NBA на PlayStation. И кто-то, кто победит, уйдет с настоящими кроссовками. Мама, на выбор, на свой выбор. Это будут мои, это точно. Ну что, вы готовы все это увидеть? Поехали! Сегодня у нас открылся магазин Импекспорт, и вам нужно будет сегодня найти подарки, которые спрятаны прямо в товарах. Маленькие брелочки. Уже кто-то и нашел подарок. Подарочки от смоков. Теперь ты знаешь, как они выглядят. Вот ищи, где-то здесь. Вот посмотрите, сколько товаров от бренда Пик. Кому интересно, приходите, тут много чего. Так, так, так. Может, тут где-нибудь подарочек есть? Я не вижу. Эля! Футбол. Опа, молодец. Молодец. А набивать умеешь? Мне кажется, размерчик не твой. Эля, посмотри, какой дракон. Это символ команды Смоки. Можно. У тебя есть свои деньги, покупай. Что, тогда не нужен? Ребята, вы тоже так себя ведете? За родительские деньги все готовы купить, а за свои уже и не нужно. Вот мне надо вот таким ремешочком штанишки подтянуть. Это надо от ата делать таким ремешочком вредным деткам. Больше мне вот такой вот нравится, смотрите. Как вам, ребята? Начинается турнир NBA, уже готовятся, есть первые претенденты на новенькие кроссовки. Теля, будешь играть? Наверное, не знаю. А кто кроссовки выиграет? А, это для кроссовки? Это, да, на тебя вся надежда. А, тогда пускай папа играет, и у меня кроссовки. Давай, ты там сейчас быстренько всех раскидаешь, мячи закидаешь, и все. И подаришь мне новые кроссовки, давай. Борьба за кроссовки будет серьезная, сколько желающих. Папа, ты куда ушел? Иди за кроссовки, Борис. Я не умею. Иди учись. Мы должны уйти сегодня с кроссовками. Эля, иди хоть ты кроссовки выиграй. Если выиграешь кроссовки, купи мяч. Все, мяч не нужен, да, надо его скорее убирать, пока она ушла. Скорее, 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 сейчас спрячешь. Да. Ребятки, знаете, что я только что заметила? Что есть мячики, смотрите, есть разные виды мячиков, есть, смотрите, есть вот такой, как баскетбол, а есть вообще, они не прыгают. Есть прыгучие, есть непрыгучие. Да, поэтому я такой не буду брать. А ты какой будешь брать? Я хочу, чтобы он прыгучий был, но еще я не знаю, еще смотрите, какой красивый есть. Вот такой есть красивый, и мне еще нравится такой. Угу. Но этот он не прыгучий. Он не очень. Тут даже телевидение приехало, ОНТ, поснимать магазин. Вот этот беру, вот этот вот. Уже этот? Или мнения меняются каждые 5 минут? Я мячик сильно хочу, но просто этот, смотрите, вот этот мне нравится, еще мне вот этот есть. Ага. Нравится вот этот. И вот этот. Какой или выбрать мячик, ребята? Какой вам больше всего нравится? Смотрите, да вот этот давайте. Лайк, за этот подписка, за этот репост. Да, я согласна, мне нравится. Элли покажут по телевизору, ура! Ребятки, наконец-то финал. Финал, борьба за кроссовочки. Элли стоит, волнуется, он даже крестики держит. За кого болеешь? За кого? За Ваню. За Ваню. Ваня, вот он сидит в синей кофте. Ваня,
Ваня, Ваня, давай! Давай! Ваня, давай, удар влево, вправо! Это же баскетбол, а не бокс. Ваня не выиграл, уступил 3 очка всего лишь. Ну почти, молодец. Сражался достойно. Ване вручили кубок. Вот этот дядя, который там сидит. Не переживай. Победитель сильнее видит кроссовки. Видите, победитель выбирает себе кроссовки. Так что все по-настоящему. А Эля тебе выбрала скакалку. Хочешь показать, да, как ты прыгаешь? Вот тут отходи, папа, туда. Давай. Ой, только подальше от меня. Молодец, супер спортсменка, давай. Бедный Ваня. Не расстраивайся, ты, наверное, больше расстроилась, чем Ваня. Не знаю, но просто все равно я чуть рада, потому что мне кубок больше нравится. Я все кубок хотела. Я сказала, если бы она выиграла, то выбрала бы себе кубок. Да?